Накопительный водонагреватель Этмармарина VFE30 имеет объем 30 литров. Этого достаточно, чтобы снабдить горячей водой небольшую семью. Корпус водонагревателя изготовлен из высококачественной стали. Бак имеет высокую степень защиты от коррозии, благодаря тому, что на внутренней поверхности стеклокерамическое покрытие, а также установлен магниевый анод. Медный нагревательный элемент мощностью 1500 ватт обеспечивает максимальное время разогрева холодной воды до температуры 55 градусов за 47 минут. На водонагревателе установлен регулятор температуры со встроенной защитой от перегрева, позволяющий регулировать температуру нагрева воды от 40 до 75 градусов. На декоративной крышке водонагревателя Этмармарина VFE30 расположена ручка регулятора температуры и световой индикатор включения. На корпусе водонагревателя установлен термометр. В комплект входит сетевой шнур и предохранительный клапан. Он устанавливается на входном патрубке для защиты бака от избыточного давления, то есть более 8 атмосфер, и от непредумышленного слива воды. Гарантия на водонагреватель Этмармарина VFE30 – 3 года.